У нас штиль, ветра нет, и мы экономим топливо. Юнга на руле, а мы с батей на загребных местах. Вот, идем протокой. Вот. Нам вот нужно между теми камышами пройти. Надеюсь, нам там хватит глубины. Кувшинки, кувшинки, камыши, домики. Ветра нет, экономим топливо. В надежде на то, что может быть ветер появится. Мы догребли до заправки. Заправка есть, на заправке никого нет. Заправиться нет возможности. Здесь какой-то такой вот городок. Так что погребем дальше. Вот такие мы молодцы. Мореходы. Мореходы, да? Давайте я гребти буду. Зашли в какую-то тут гавань. Видимо, от Конакова Ривер Клаба тут инфраструктура. Но заправка у них не работает. И это минус им. Вообще конкретный минус. Одна звезда, все. Одна звезда. Можете подгребать. У нас ветер закончился. Можете подгребать. Был немножко ветер, мы с его помощью вышли из гавани. Сейчас вот здесь вот из-за лесного массива теневая зона. А вон там будет ветер, да. Но нам вот до туда еще метров 100 до. По морям, по всем на свете ветер нас носил шальной. Мы помянем этот ветер, если мы придем домой. Путь домой, путь домой. Если мы придем домой, мы помянем этот ветер, если мы придем домой. Белый парус ветром полный, крыша нам над головой. Мы помянем эти волны, если мы придем домой. Путь домой, путь домой. Если мы придем домой, мы помянем эти волны, если мы придем домой. Мы придем, но день настанет, тесен станет дом родной. В море нас опять потянет, если мы придем домой. Путь домой, путь домой. Если мы придем домой, в море нас опять потянет, если мы придем домой. Путь домой, путь домой. Если мы придем домой, в море нас опять потянет, если мы придем домой. Не ушибся, реально. Осторожно, пол скользко. Я заснял, как ты падаешь. На ютубе будет очень популярно. Я хцмэн упал. У меня хцмэн упал. Шок. Уже начали поливать.